поклевка. Всем привет. Сейчас и у меня клюет, и у Жеки клюет. Че, ничего нету? Да не знаю. Может, это ротанчик мелкий. Если, конечно, он клюет сейчас. Блин, мы тут первый раз на фидер. Ага. А уже клюет. Мы только фидеры закинули. Ну, такое чувство, как будто что-то есть. О, клюет! Ротан! У меня клюет! Все, давай, все. Нет! Блин, пацаны, у самого берега сошел. Грохнулся ротанчик малюсенький. Сейчас подождем уже кис, как будет клювать. Нифига. Ну, есть рыба, значит. Нет, нифига. Я, правда, чтобы не зацепить, я, мне кажется, что самое конечное. Что-то есть. Ни хрена, это, наверное, или подлещик, или кто? Какой подлещик? Это ротан! Ни хрена себе, ротанище! Нифига себе! Вы смотрите, он рос на скормушку даже больше. Ни хрена, вот ротанище. Положи ротана. Сейчас, погоди. И свою ладонь рядом положи. Ну это же капец, он какой-то здоровый. Ну таких ротанов только зимой ловили. Вот. Больше блин, ладони. Блин, нифига себе. Офигеть, ротанище. Ну-ка, пошли. Капец. Офигеть. Я думал, это подлещик. Я червя надевал, Вадик мне кричит, то, что у него поклевка. О, нифига, смотри, ему как губу тут расфигачил. Ага. Ну, блин, смотри, какой ротанище. Хм, красавчик. Вот, посмотри на его зубы. Офигеть. Ну да. Офигеть, зубище. Таким и порезаться можно. Вот, нифига. Если что, я это в описании оставлю ссылку на то видео, как мы с другом зимой поймали на закидушку. А здесь ротана. Вот там ротанище-то был. Ладно, продолжаем. Чё? Нифига себе! Чё, второй что ли? Офигеть! Еще один ротан. Если что, нифига себе! Офигеть, ротанище. Как ротанец. Он так заглотил? Офигеть. Уже в другой, да, стороне? Да, я чисто по приколу закинул в другую сторону, как он клюнул. Нифига, он, если что, вот один, и вот второй ротан, которого я поймал. Мой чуть-чуть покрупнее. Ну, офигеть. Себе. Ротанчик. Вот это бакланчик. Круто. Офигеть, ротанище. Уже второй. Ну-ка, ну-ка, да что у него там в пасти? Наелся чего-то. Ну ты где? Офигеть. Вот это ротан, пацаны. Ага. М-м. Русский. Уже второй. Ротан. Блин, сейчас, может, еще, если будет клевать, заснимем. Пацаны, Жека даже без поклевки у него клюнул ротанчик. Просто решил перезакинуть, а там сидел такой вот ротанчик. Блин, заглотил, конечно, сильно. Да не, он такой тонкий. Что ты его крутишь? Поставь, да я сфокусирую камеру. Вот такой вот нормальный. Живцовый. Ну, как сказать, живцовый. Чуть глазик. Да, он, видимо, долго не ел. Ну ладно, продолжаем дальше. Все, у нас, короче, поклевка. Скоро уже собираться будем. Поймали мы там еще две штучки. Ну, вроде есть. Да, вроде есть. Или нету. Нету. Не, а, нет, есть, это, есть. Подожди. Как есть. Будто не ротан даже. Да не, ротан это. Ах, нифига он пузатый. Удочка сложилась. Смотрите. Вот такой вот ротанчик. Пузатый, нифига. На фидер. На фидер, ротаны, что происходит? Он, походу, уже не живет. Они посмотрим. На поплавочку-то у нас еле-еле клюют. А тут на фидер они клюют. Вот именно. Давайте приважи закинем. Сейчас. Сейчас кормушку набьем. Да, пацаны, сегодня у нас рыбалка, ну, более-менее удалась.
сегодня. Кстати, расскажу вам интересный факт. Если вы подпишетесь на наш канал, поставите лайк, вы скоро поймаете своего трофея. Я вчера на полторашку щуку поймал. Видео, если что, потом выйдет. Если, конечно, оно уже не вышло. Так что вы должны подписаться, чтобы увидеть это видео. И колокольчик нажать. Да, да. Без этого никак. Да. А то нас стало в последнее время очень мало смотреть людей. Все отписываются от нас. Угу. Мы стараемся, пилим для вас контент. Ну ладно, давай сейчас закину. А некоторые это не ценят. Вот сейчас закинули, будем ждать поклевку. Всем здорово. Всем здорово. Сейчас будет небольшая пауза. Сейчас мы хотим передать привет нашему новому другу и подписчику Ярославу, который недавно подписался на наш канал. Мы уже с ним очень сблизились, стали очень хорошими друзьями. Сейчас мы передаем ему привет. Вот все, пацаны, подходит наша рыбалка к концу. Решили мы показать, какие же все-таки это огромные ротаны. Просто огроменные. Посмотрите, просто вот этот вот ротан, он прям ровно вот с эту вот бутылку. Вот прям ровно-ровно. Вот сейчас я ее прям вот все. Так, вот. Смотрите. Просто с эту бутылочку. Домой приедем, если что, мы, возможно, взвесим. Сколько они вешают. Ну, мне кажется, много они не вешают. Ну, грамм 150, возможно, весит вот этот вот красавец. Ну, все. Сейчас мы с Жекой собираемся. И едем домой. Ну все, пацаны, Джека уже достает в последний раз. Сейчас уже домой приду. Угу. Ну, результат так-то нормальный. Что, есть что-то? Нет. Жалко. Вроде нормально так на виде. Даже два больших есть. Но все равно это еще не то. Раньше и лучше было. Ну хотя это на фидер все, а не на удочку обыкновенную. Так что результат для первого раза отличный. И не говори. Ну все, пацаны, сейчас мы будем собираться, доедем домой. А, всем спасибо. Всем пока.